На старости лет. Стоишь тут одна, одинёшенька. Железное сердечко твое не стучит. Поставить бы тебе в горницу. Да только места там тебе не хватит. Когда дом строили, кто мог подумать, что ты мне достанешься? Съездить бы на отцовскую могилку. 20 лет, почитай, не было. Я мог бы выручить. Ездит он умеет. Да говорят, бумага какая-то от меня нужна. У тебя были права на мотоцикл. А может, ты теперь и лимузин водить умеешь? Ну, сколько не виделись, как дядя твоего похоронили, от тебя ни слух, ни дух. Может, ты и сам лимузин купил? Я слыхала по радио, будто учителям зарплату прибавили. Все записались отъезжающие? Нет. Ну, конечно. Ну, пошли. Счастливо! Видали! Покупала галоши. Кассирша говорит, сдачи у меня нет, возьмите лотерейный билет. Я не хотела, она прямо силком меня заставила. И вот что из этого вышло. Был бы рядом кто-нибудь родной, порадовались бы вместе. Эрик, у тебя нет сердца, ведь она тебе... Кто она тебе? Тетка, сестра моего отца. Черствый ты человек. А у меня здесь только Язоп с Вероникой. Кто этот Язоп? Наверное, сосед. Был тогда на похоронах один горлопан. Угис! Надо возвращаться в Ригу и собираться к тетке. Ведь у нее, кроме Эрика, никого нет. Он там вырос, коров пас. Конечно, жаль, весь год мечтали об этой поездке на юг. Ну, в другой раз. Всего хорошего! Счастливо отдохнуть! Счастливо! Эрик, едем назад в Ригу. Возьмем дома мотоцикл. Ну что вы стоите? Идите сюда! Старушка одинокая. Ни одной родной души рядом. Случись что? Быстрее, Эрик! Ни гвоздя забить не можешь, ни машину остановить. Ну почему я все должна делать? Участники проклятые. Стойте! Куда вам? В Ригу. В Ригу. А? Садитесь. Спасибо. Прошу. Понимаете, мы поехали с экскурсией в Карпаты. Да перед самым отъездом письмо от тетки пришло. Мы его только в дороге и прочитали. Почему ты мне никогда не рассказывала о своей тете Мирте? Чем здесь так воняет? Это от лисы. Отец с ней не очень-то ладил. Она за старика вышла, польстилась на его богатство. Сыновья у нее были. Младшего немца расстреляли, он прятался, не хотел к ним в армию идти. А старший, Гедард, пропал без вести еще в начале войны. Сыновья были женаты? Только Гедард на красавице Олице. Дети у них были? Нет, не успели.
Ну, это всегда можно успеть. А где она сейчас? Куда-то уехала. Столько лет прошло, наверное, за другого вышла. Мама, а давайте поедем сами в Карпаты. На теткиных «Жигулях». А тетка что, «Жигули» купила? Нет, выиграла в лотерею. Да вот ездить некому. Совсем одна живет. Я забыта, ты. Я, не бойтесь. Что ты тут делаешь? Ой, соседушка, смешно сказать. Моей тёще на днях дурной сон приснился. Ну и что? Ну так она меня каждую ночь поднимает, чтобы я сходил посмотрел. Не случилось же у вас чего плохого. А что же ей приснилось там? Что в вашем сарае боров заколотый лежал. Да такой жирный, а вокруг него кошки черные бегали, дрались. Так они дрались, что ваш сарайчик рухнул. О, вы к смерти. Ну, почему обязательно к смерти? Я вообще в эти глупости не верю. Ну, не скажи, в то лето, когда моего сыночка немцы застрелили, наш пестрая курица прям как свихнулась по утрам вместе с петухом кукарекала. Вот ерунда-то. Смотри, сынок, на этих полях твой отец когда-то пас коров. Берег мой туманный. Как историку мне здесь интересно побывать. Берег мой родной. Страна моего детства. С утренним туманом я вернусь домой. В документах написано «Цвета белой ночи». А Вероника сказала, белая ночь – это ночь под Яров день. Выходит, по-латышски это будет «Цвета Яновой ночи». Лимузин «Цвета Яновой ночи». А это Вероника, кто такая? Жена Язопа, тоже учительша, они оба мне помогают. Хорошие соседи, Язоп на своем тракторе огород не вспахал. Просто за спасибо? Да разве он что возьмет? Я другой раз чекушечку ему поставлю. Вероника не любит, так я потихоньку. Долгие лета. Тетушка Мирта, желаю вам еще долго слушать соловьиные песни в нашей родной стороне. Ну, будьте здоровы, живите до 100 лет. Спасибо, дорогие соседи, спасибо, дорогие родственники, спасибо. Ешьте, пока жаркое не остыло. Жаль, не знала, что вы будете готовить жаркое. Я бы фольгу захватила. Совсем другой вкус получается. Что это за фольга такая? Серебряная бумага, в которую шоколад заворачивают. Ну, а мясо-то в нее как заворачивать? А есть специальная, большая. По-моему, вкуснее, чем тетя Мирта готовит, уже не сделать. Не надо мне никакой фольги. Так, большое спасибо. Вон, какие красивые розочки привезла мне. Да, мне, как этот сорт называется, я забыла. Гауя вроде бы. Гауяр. Гожар. Это только по-французски пишется гауяр, а произносится гожар. Да, наверное. Некоторые нахватаются каких-нибудь слов иностранных, а родного языка как следует не знают. Это кофе что, из Риги, да? Да. Да, это правильно. Вот я, например, никак не могу совладать с одним словом. То говорю, одеюсь, то одеваюсь. Меня Вероника все время ругает. Какой ты, говорит, неграмотный, не можешь запомнить. А я опять, то одеваюсь, то одеваюсь. Ну, прям беда какая-то. Ну, как же в конце концов, надо... Ха-ха-ха!
Ну что же вы, Язов, такой видный мужчина, и все вино пьете. Давайте выпьем. За Розы Гожар, как уверяет Вероника, и за прекрасные соловьиные песни. Сразу видно, настоящий человек. Неужели все эти дети ваши? Удивляетесь, когда это мы с женой успели? Нет, это дети моего брата. На каникулы приехали. А наши вот эти, в цветастеньких платьях. Мощная рабочая сила, должен вам сказать, матушка Мирта. Они завтра, как возьмутся за ваш лук, весь миг скосят. Спасибо, Язов. Спасибо большое. Ну что вы, Эрик сам все скосит без помощников, а Язов пусть занимается своими делами. Что ты всюду суешься? Кто тебя просит? Ну, Язов, может, еще по одной? Давайте я налью. Вот это по-нашему. Надо спеть, верно, дети? Тетя Мирта, какую песню вам спеть? Спойте тебе, мама, Раймонда Пауэрса. Язов, прошу. Ужас, выключи. Мат от колога звайсны сполгуа. Квелло. Квелло. Темнеет небо беспредельное над нашим домом в час заката. Спой, мама, песню колыбельную, что пела в детстве мне когда-то. Ее напев согреет в холод, сверкнет, как огонек в окне. Не смолкнет он, когда твой голос уже не будет слышен мне. Дяди Вел, который с Бернеба. Гожар, Гожар, подцепила тракториста и без ума рада. Ай, какая красота. А знаешь, здесь можно было бы устроить интерьер в стиле ретро. Хочешь кофе? Да, выпил бы. Этот Язоп хитрое бестие. Он нашу старуху вокруг пальца обведет. Добряком прикидывается. Сам, наверное, только и думает, как бы машину зацапать. Ну, хватит рассиживаться, вставай. А то Язоп явится косить со всей своей оравой. Тогда и Угиса надо им будить. Что? Выстроиться, вжик-вжик, весь лук скосят. Эрик, а кто это на фотографии? Гедерт Солитый? Эрик, пора завтракать. Ты где? А, ты здесь. Ну, как работается? Эрик, мы с тобой как Андрис и Мадера в фильме «Весенние заморозки». Смотри, Язоп со своим выводком. Добрым утречком. Ну, что ты здесь один косой чиркаешь? Сейчас мы тебе поможем. Тебя как возьмемся? Дети, за работу! Разве вам в колхозе не надо сегодня работать? Что? Я говорю, вам в колхозе не надо работать, что ли? А, мне это надо, но у девчат-то каникулы. Он считает, если говорят вы, значит, обращаются не к одному человеку, а к нескольким. Я сегодня с утра пораньше один лук одолел. Погода такая, только косить и косить. Привет, сосед. К вечеру все уже высохнет. Привет.
Ой, какая белая ручка. Прям притронуться страшно. Ведь надо же помочь матушке Мерте. А в колхозе я на часок-другой задержусь, если что не успею. Ой, ой, пчела! Пчела! Подожди, подожди. Я ее сейчас отгоню. Ой! Сейчас. Сейчас. Да, приложи. Сразу снимет опухоль. Что вы, тетя Мирта, разве можно? Ой. Попадет инфекция. Глупости. Ты меня не учи. Давай ногу. Ну, давай, давай. Каждый деревенский мальчишка это средство знает. Вот так сейчас полегчает. Прижми рукой, чтобы не осыпалось. Пошли. Идем в дом. О, Господи. Какое невежество. Ну, не беспокойся. Я сейчас промою хорошенько и одеколоном потом протру. Мама! Что тебе? Я пойду на речку искупаться. Мне тетя разрешила. А то здесь такая жара и скука, что умрешь. Тебе не стыдно? Смотри, как девчонки стараются. Ну, сами одет как люди, а парень хоть в залатных штанах. Ну, разве это не срамота? И не скупые, не бедные вроде, а единственного сына одеть не могут. Уйдешь. Завтра мы поедем с тобой в Цесис, и я куплю там тебе нормальные хорошие брючки. Осторожней, велосипед не сломай. У меня только и осталось от моего сыночка это велосипед. Единственная память. А что это такое? Ой, не надо. Не трогай, дай сюда. Это тебе совсем не интересно. Это... Ладно, смотри. Чего ж тут скрывать, когда Яницу давно уж нету? Внизу забыла. Пленем ты ей в мешке шерстью прятал. Так, фигал. Фигал Фридис. Мы с ним вместе святое причастие принимали. Любил он меня, ох, любил, до сих пор привет шлет. И что же он, вам совсем не нравился? Чего ж теперь таить, конечно, нравился. Хоть он, правда, растучком не вышел. Мой-то я не звук, куда там, на целую голову его выше был. Он так и не женился? Кто? Этот ваш Фридис. Как же, женился. Может, совсем по-другому сложилась бы ваша жизнь, если бы вы за него, а не за Яниса вышли? Да я уж по-всякому передумала. У него 3 дочки внуков уже народили, а у меня только сыновья. Были и нет их. Дочки-то никуда не деваются. Ты не думай. Мы с Янисом забавно дружно жили, и ребята у нас были хорошие. Ладно, посмотрела и хватит. Дай сюда. Что ты всюду нос суешь? Когда я умру, ты эти открытки со мной в гроб положи, чтоб они не валялись потом, где попало. Как, обещаешь? Эрик! Ну, что опять? Америка. Ой. Так. Смотрите, смотрите. Ну, вылитый мой Янис. Бери, сынок, я тебе его дарю. Зачем мне? Тихо, перешьем. Спасибо, тетя Мирта. Ой, на помощь! Помогите! Держите, Угрис! Не подавайте девчонку! Ну, держите, сейчас я вам покажу! На помощь! Помогите! Ой, держи ее! Держи, держи! А, попалась! Что там происходит? Мальчик весь мокрый! Он может менингит схватить! Прекратите! Эрик! Держи его! Подмешай еще, а то все сядут за стол. Мы что, их все будем кать? Ну а как же, все умаялись, деньги длинные, проголодались. А это ваша Вероника тоже вместе будет? Нет, у нее в городе какая-то Мика, она уехала с утра еще.
Давай тоже поедем в город, я давно хочу. Надо сказать Эрику, чтобы он запряг мой серенький лимузин. Тогда и Веронике не придется завтра толкаться в автобусе. А я с вами, пожалуй, не поеду. В доме дел много. Ах ты, моя хозяюшка, спасибо тебе за заботу. Спасибо. Если бы ты еще кровенка научилась доить, мы бы с Эриком могли даже в Ригдинка на два съездить. Я там была всего один раз, еще в молодости. Не волнуйся, на новой машине больше 70 все равно нельзя. Раньше, ну, 60 раз медленнее ездили, всюду успевали. Автобусы ждут. Ну, про эти автобусы тоже ничего плохого сказать нельзя. Что, говоришь, ведь удобнее, правда, старому человеку на лимузине лучше. Кто там стучит? Кто-то ломается в ней. Подожди, это останови. Камень, что надо стучат под ней, еще ничего страшного. Как это? Ну, что камешки? Все равно езжай медленнее. А то мне кажется, будто эти камни мне прямо по заднему месту ударяют. Ой, смотри, Фигалфридис, притормози, сынок. Стой, стой. А теперь давай немножко назад. Назад, туда, к телеге. Ну, зачем? Не спрашивай, так надо. Так надо. Здравствуй, Фридис. Мирта, здравствуй. Стой, милая. А это твоя новая кобылка. Хороша. Видишь, цвета белой ночи. Так в документах записано. А по-нашему это значит цвета Яновой ночи. Ну, как дочки. Ничего, живут. На Янов день обещались в гости приехать. У них мужья здоровяки, вроде твоего покойного Яниса. Все дочки сыновей рожают. Ну, будь здоров, нам надо ехать. Много дел сегодня. Счастливо вместе с дочками Янов день отпраздновать. До свидания, до свидания, Фридис. Ну, отпусти руку, что так вцепился дьявол, проказник, смотри у меня. До свидания, ну, трогай, милая. Счастливо. Ну, пошел, пошел. А теперь, Эрик, поддай газу, сколько можешь, быстрей. Ты смотри, смотри, хочет меня догнать, какой прыский. В молодости он за мной ухаживал, в день свадьбы на своей кобыле нас обогнал, чтобы садить. Вот тебе. Назад поедем в три? Да, Вероника. Уди! Что? Здрасте. Подожди меня, никуда не уходи. А меня вы тоже будете проверять? Это моя машина. Документы у меня в порядке, товарищ. Это мой племянник, он водит машину вместо меня. Права у него есть. Так что не беспокойтесь. Поди-ка, Уди. Да, понятно. Иди пока погуляй. Гауэ! Гауэ! Да ты что, взбесилась, что ли? Стой! Да постой ты! Гауэ, ну, пожалуйста! Ну, прошу тебя, стой! Куда ты? Ой, тупая скотина! Эрик, совсем сдурел! Зачем пугаешь корову? Гауя, Гауя, твоя хозяйка вернулась. А у нас сюрприз. Что такое? Тетя купила Угису новые брюки. Этого еще не хватало. Добрый день. Добрый день. Ну, знаете, эти ваши дети совсем мама, вести себя не умеют. В нас распустились. Управы на них нет. Лягушку. Родить невеликое искусство. Воспитывать надо уметь. Что-то горохово из меня делаете? Не обижай тетю. Наденешь на лигу. Хочешь, чтобы я их на праздник надел? Зато осенью я куплю тебе новую куртку. Вельветовую. Хорошо. И еще брюки и жилет. Ладно, куплю. Вы все тут, я вижу. Вот и хорошо. А, надел. Прямо как влитые на тебя. Еще вот белую рубашечку наденешь. А сейчас зайдите, пожалуйста, ко мне. Спасибо, скажи. Успею. Значит, брюки и жилет договорились? Мам. На, читай.
Получено за искусственное осеменение коровы от гражданки Мирты Сакнаты 3 рубля. Угис. Ой, дай. Тихо. Перепутала. Вот и считай. Ну да. Завещание. Я, Сакната Мирта Карловна, в случае своей смерти завещаю все свое имущество племяннику Тутору Эрику Якобовичу, принадлежащую мне автомашину ВАЗ, денежный вклад в сберегательной кассе, все мое личное имущество, дом со всеми пристройками, огородом и садом. А корову, овец и свинью Гилычу Ясопу Донатовичу. Кур и теленка, если таковой будет, заколоть после моей смерти для поминок. Что ж ты меня, племянничек, не поцелуешь? Благодарю, тетя Мирта. Долгих лет жизни вам. Эй, значит, когда тетя, вы получите «Жигули», а я мотоцикл. Забито? Угис. Какой ты материалист. Разве можно так говорить? Ну, возьми. Пусть оно теперь будет у тебя. Чтобы уж не искать, когда я помру. Эту песню, что во сне слыхала, спойте на моей могиле. Знаете, как мы весело с ним этот праздник праздновали. Эх, я, если жив, ты не знаешь, что сегодня я на жизни. Вы нашу могилку не забросьте. Когда помру, носите мне цветы. Эрик, скажи что-нибудь. Тетя Мирта, а где здесь поблизости есть вода? Эта тетя Умерта мне на нервы действует. Как ты ее назвала? Умерта все причитает, умру да умру. Умерта, забавно. А наши сейчас гуляют по Карпатам, как я им завидую. Слушай, Эрик, давай уедем, а то весь отпуск так пройдет. Ну зачем нам здесь оставаться? Сено ей вы уже накосили достаточно. А если что, Ясоп поможет опять. Весь этот участок еще с войны принадлежит мне. Когда немцы Майгнис расстреляли, дьячок побоялся его на кладбище схоронить. Мы тогда взяли, купили этот клочок земли в стране. Место здесь красиво, спокойно, так просторно. Вот только чужих сюда пускать мне не хочется. А как вы смотрите на то, чтобы это место на вас отписать? Знаете, мы еще как-то об этом не думали. Ну и что? Что думать-то? Переезжайте из Риги сюда. Сейчас многие переезжают в деревню. Глянь, какая красота. В газетах и то пишут, что все хотят жить в деревне. Да. Так что подумайте. Родная, дай я тебя поцелую. Ма, а ты прекрасно выглядишь и совсем не изменилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздником вас, первым днем. Да кто вы такие будете? А это лекарство. С утра по стопочке, 100 лет будете жить. Подорожь. Верное дело. Поздоровайся с бабушкой Миртой. Добрый день. Здравствуй, девочка, здравствуй. Кто ж ты такая будешь? Откуда ты?
Да. Из Губина. А кто ж ты такая будешь? Ласма. Да что же ты совсем меня не узнаешь? Нет, милая, не узнала. Наверное, плохо видеть стала. Да я же Оля-то. 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 Неужто та самая Оля-то? Жена Геттерта. Жена Геттерта. Боже, праведный. Мамочка, родная. Мамочка. Это мой новый муж Виктор, а это моя дочка Ласма. Ты вот только не кричи так громко, слышит ее хорошо, как молодая. Мне кажется, я его где-то видела и совсем недавно. Только где? Не знаю. А вы Эрика Пастушонка случайно не помните? Это вы! Такой был маленький. Здравствуйте. Здравствуйте. Теперь могу признаться, я был в вас влюблен. Виктор, у меня поклонник объявился. Да, Гне. На ней выше 70 положено, а вы меня обгоняли. Надо было держаться правее. Вы же ехали по самому центру. Все равно, я шел на максимальной скорости, никто не имел права меня обгонять. Да ну у вас кошмар какой-то. Как двое мужчин сойдутся только про машины и говорят. А нам это совсем не интересно. Пойдемте в дом, Оля. Да, да, мне нужно переодеться, всю юбку помяла. Удобнее было бы ехать в брюках, да я боялась, ей не понравится. Мама! Мама! Ничего, тещенька, мы у тебя наведем порядок. Все здесь починим. У него золотые руки. Смотри, Ласма, вот это я, а это Генер. О, как я плакала, когда ты не позволила эту фотографию взять. У меня она была единственная, а тебе все равно надо было новую нет, жизнь начинать. Нет, я поняла, что он не вернется, я и сама не хотела жить. И оставаться здесь тоже не могла, здесь хобя тропиночка о нем напоминала. Раз, два, три. А вот еще две глубокие тарелки надо. Может, что-нибудь помочь? Ты только скажи, мы с Виктором все для тебя сделаем. Ничего не надо. Вот только если порошок от крыс достанешь. Где мы с вами встречались? Может, ехали вместе в автобусе, а? А лекарства какие-нибудь тебе не нужны? Я медсестрой работаю, любые могу достать. Это хорошо, пригодится. Иной раз как хватит, поясница не лечь, не встать, или сердце ни с того ни с сего вдруг сильно застучит. Или в ногах тяжесть. Ласмочка тебя вылечит. Она в медицинском учится, врачом будет. Да и я до этого не доживу. Чего смотришь? Бери топор и вырубай сухой куст. Пап! Папа! Пап, гляди, что я поймал. Щука. Форель. Что это? Мама! Твой сын форель поймал! Точно форель. Держи. Так. Молодец, парень. Оля, ты почисти ее, посыпь хорошенько солью и перчиком. Положим ее сейчас на холодок, в погреб. Смотри-ка, форель. Переоденься, все равно. И к вечеру, тещенька, такая закуска. Я думала, я сырую рыбу не ем. Да и погреба нету. Обвалился. Негде зимой картошку держать. Починим? Да. Сейчас починим. Где он? За сиренью. Я сейчас покажу. Да, точно. Не забыл, значит. Нет. Какая ты памятливая. Я столько раз в мыслях по этим тропиночкам ходила. Столько слез пролила, вспоминая этот сад. О, да здесь все заросло. Прям как в джунглях. Идем, скорее. А рыбу-то, между прочим, наш сын поймал. Да, вычищать надо. Сюда вы эскаватор. Кабы волк помог, и комар бы лошадь свалил. Смотрите-ка, как он развалился. Зарос, видали?
Ничего, у вас муж богатырь, да и сынок тоже. Втроем справимся. Без бетонирования здесь не обойтись. Подростку тяжести поднимать вредно. Устроим воскресник прямо в следующее воскресенье. Да, мама? Правильно. А вы за это время яму поглубже вырыйте. А кто сеном будет косить, по-твоему? Ласма здесь останется вместо нас. Она поможет, заодно погуляет по тропинкам материнской молодости. Мамочка, а помнишь, как всей семьей праздновали Янов день, а? Да, 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 как же забыть. Садись, мамочка. Спасибо. Садись. Спасибо. Приглашаю на танец, тященька. Да что вздумал, проказник старый я. Голова закружилась. Устали? Пошли, присядем. Может, как-нибудь дать им понять, что завещание уже у нас? Чтобы зря не старались. А то слыхал? Дочку тут оставляют. Па-бам, па-бам. Разрешите? Можно вас пригласить? Помните тот Янов день? Я тогда и танцевать-то не умел. Все-таки набрался храбрости и пригласил. Что это такое вкусное мне дало? Никогда не ел. Это же та самая форель. Ну тебе бы не ел, врешь ты все. А я совсем старух стала. Ну что? А дети-то наши, смотрите. Гляжу я на Ласму и думаю, что это ты тогдашний. Ах ты, ловила! Разрешите. Ты зять Федиса? Пошли. Мамочки, глянь, как вихляется. Они огромные деньги за такую срамоту заплатили, за это дырявое тряпье. Я поехала и купила ему нормальные брюки, как у людей. Видишь, не носит их, не нравится. Мы с Виктором нашей ласточки не только джинсы купить могли бы, но она сама не хочет. Нет. Такая ужасная молодежь сейчас пошла, правда? Нет, ласточка у нас не такая. Ой, устала. Вы просто золото, а не человек. Это точно, она золото. Без вас тетя просто пропала. Спасибо вам. Разошлась. Ha ha ha!
Чебурашка. О, какой симпатичный Чебурашка. Давай, дочка, держись, не сдавайся. Ну, Ласмочка, не сдавайся. Благодарю. Ласмочка, поздравляю. Ну, что сидишь? Надевай каску. Это еще зачем? Устроим воскресник. Стоит ли праздничный-то день, а? Их-то ну, правильно день, говорит. День. Пусть поработают. Скорее. Не все же отдыхать. Ну, смотрите, дело. Смотреть надо! Ну, хватит чиркать. Отойди, я сам. Осторожно. Осторожно. Тёщенька, на будущий год у тебя будет столько яблок, что можно будет в Ленинград, в Мурманск везти на продажу. Что ты имеешь? Какая еще продажа? Хватит языком ты болтать. Большую деньгу зашибешь. Я поеду в Мономяги. Виктор, ты слышишь, что она говорит? Я хочу в Мономяги, понятно? Какие еще Мономяги? Весь наш курс собирается в Эстонию в Мономяги. Никуда ты не поедешь, останься здесь. Ласмочка, не упрямься, тебе нужно побыть с бабушкой. Не капризничай, дружочек, будь умницей. Ты видела, сколько у нее тут работы? Ты обязательно должна ей помочь. Ну, хватит, раздевайся. Ласма, ну? Ну, мои милые родители, я вам наработаю здесь. Пожалеете, пожалеете, клянусь. До свидания, мамочка. Тише. До следующей пятницы. Тише ты. Слыхал? Все, мамочка да мамочка. Правда, говорят, что льстивый язык всегда капитал. Да, не я. Жаль, что я не обладаю этим ценным качеством. Это уж точно. Что ты сказал? Дорогая Дагния, счастливо оставаться до пятницы. Жаль, что вы уезжаете. Всего хорошего. Эрик, до свидания. До свидания. Виктор, не забудь меня. Эрик, работай, не стой зря. Батюшки, что здесь творится? Будис, зачем ты все выбрасываешь? Защищаю ваш сарай, буду в нем жить. А то в доме от мух некуда деться. Мухи ему помешали. Все мы выросли с мухами, и никого они еще не съели. Где ты видал? Дом без мух. Да у нас в Риге дома ни одной мухи. В Риге? У вас в Риге все не как у людей. Парни с длинными волосами одеваются во что попало. Хоть на себя посмотри, ходишь как оборванец. Угис, извинись перед тетей. Мама, ведь ты разрешила мне? Немедленно попроси прощения. Или ты ждешь, чтобы я вместо тебя извинилась? Пожалуйста, извините его, тетя Мирта. Да разве я говорю, что? Ведь мне не жалко. Мне эта рухлядь не нужна. Просто надо было хоть спросить. Я же еще не умерла. Не слишком ли для вас тяжело? Не додорветесь? Ой. Что с тобой? Что случилось? Не знаю, кто-то укусил, только бы не змея. Может быть. Пчела. Не волнуйся, Ласмочка. Сейчас я вытащу жало. Ах, дай я попробую. Не суйся, куда не просят. Ну ладно, попробуй. Спасибо. Слушай, а ты не хочешь искупаться? Речка далеко. Ну что, сгоняем на велике. Я посажу тебя на раму. Не-а. Поехали. Нет, не хочу. Ну чего ты боишься? Ласмочка. Приложи, сразу снимет опухоль. Дай сюда ножку.
Так. Теперь надо крепко прижать. Сейчас тебе станет лучше. Я знаю. Откуда? Нас в институте учили. В медицинских институтах этому не учат. А вот и учат. Ну что ты стал? Иди работай. А ты? Иди. Ласмочка, посиди. Отдохни немного. Угис, пошли. Ой, ты что это делаешь с Янисовым тулупом, а? Перешиваю по моде. По моде. Вот Угис и ходит у вас как последний оборванец, потому что по моде одеваете. Вы сами нам этот тулуп подарили. А насчет Угиса вы просто не понимаете, молодежь. Джинсы все носят. Мы заплатили за них 120 рублей. Сколько? 120 рублей. Это, наверное, старыми, а? Нет, новыми. А? Моя пенсия и то меньше. Такие деньги, господи, да за такие деньги хорошего барана можно купить. Ну что, может, все-таки махнем на речку, а? Угис, ты, кажется, хотел поехать искупаться, так давай. Ну как, поедем? Да не хочу я. Ну ладно. Пока. Хромай себе на здоровье. Угис, грабли забери. Чего, сам заберешь. Ну как нога, ласточка, болит? Дядя Эрик, отнеси меня на горку. Не называй меня, пожалуйста, дядей, хорошо? Договорились, Эрик. Ну, давай. А грабли? Эрик. Ну, ласточка, мне же иначе их никак не взять. Ну? Ну, ладно. Я за ними потом вернусь. Чебурашечка. Ласма, что случилось? Я тебя обидел? Муравьи! Догоняй! Когда сдавал норму ГТО, я сразу стал чемпионом Талсинского района. И мне предсказывали... А ну-ка, проверим. Эрик, залезь-ка на это дерево, а? Ну так что ж ты? Давай, залезай. Мы уже давно ушли домой. Опять ты взял этот велосипед? Знаешь же, что тетя Мирта им дорожит. Эрик, ты куда? Я совсем забыл, что мне нужно повидать Язепа. Договориться насчет лошади. Жаль. Выйди ночью, ладно? Ладно, пока. До вечера. До вечера. А куда делся Эрик? Не знаю, кажется, пошел к Язепу насчет лошади договориться. Здравствуй, молодая хозяйка. Эрик, дома? Здравствуй. Он к тебе пошел? А я только с работы. Вот жалость. Наверное, мы с ним разминулись где-то. Пойду спать на сеновал.
Здесь душно, да и мух полно. Была у меня девушка, красива и юна. О, как прекрасна молодость! Вновь не придет она. Налили воды у колодца? Я прямо в лужу влезла. Только ноги вымыла. Ты прав. Там в доме мухи, духота. Я тоже буду спать на сеновале. Чао. Ну давай, полезай. Скорей. Имунд Калныш, давай послушаем. Ты его знаешь? Все наши в Мунамягах. Кто ваш? Курс наш. Я в Эстонии ни разу не была, но думаю, что там красиво. Мунамяги. Наши, наверное, уже все Карпаты облазили. Ой, счастливчики. Вот сдам на права, и мы тоже поедем на юг. Все равно куда. А мотоциклы, правда, давай отдадим Мугису. Он уже взрослый. Подумать только, как в жизни все меняется. Ой, вот я смотрю на Ласму. Красивая девочка. Похожа на свою мать в молодости. Видела эту фотографию? Прямо копия. А станет постарше, раздобреет, расплывется и будет такая же корова, как Оля-то. Ну, иди ко мне. Ой, усы сбрила. Наконец-то. Эрик, это ты ради меня их сбрил, да? Спасибо. Спасибо, дорогой. Миленький. Ах ты, Господи, сколько денег истратили. Не волнуйся, мамочка. Все это мы не покупали и не украли тоже. Просто, как выражается Виктор, раздобыли за счет внутренних резервов. Он у меня волшебник. Что хочешь, сделает. Эрик! Мама! Это все, что успел наработать? Что? Ну, пусть все это пока у тебя отлежит. А кто сено косил и в сарай убирал? Мало, мало наработал. Святой дух, что ли? Лиса, теперь я вспомнила, где этого человека видела. Сейчас на складах все время устраивают ревизии, а здесь будет спокойно. Вот тебе стул, мамочка. Сиди, любуйся. Спасибо. Мой Виктор все может. Золотые руки. Культурная жизнь, тещенька. Начинается с уборной. Давление немного повышенное. Ну, ничего, ничего. Не пугайся, в твоем возрасте это не страшно, это даже норма. Правда, главное, ешь, можно обедать. Понижай давление, ешь сколько хочешь. Вот, хоть в день килограмм. Я говорю, можно обедать. А, спасибо. Обедать, обедать. Только ты скажи им, чтобы они голые мне за стол не садились. Здесь не какое-нибудь общество гудистов без обязанных. Ну, гудистов, тетя Мирта. Ну, все равно. Голые, они голые есть. Как их не называй, бесстыдников, все одно срамота. И наши, видишь, туда же нагишом разгуливают. Не знаешь, куда глаза девать. Ей-богу, хоть... Тетя Мирта, нельзя столько лекарств без разрешения врача. Вы одну болезнь вылечите, а другую наживете. Оля-то знает. Ведь она почти как доктор. Того же самого проще добиться с помощью самовнушения по системе йогов. Что? Мамочка, ты видишь, им бы радоваться, что я лечу тебя. Они испугались.
Мужчины! Обедать! Только оденьтесь! Давай, а то старушке не нравится, когда голышом. Язов, ты тоже иди! Перестань, не так жарко, Нина. Я вечерком зайду. Сейчас не могу, в поле сегодня много работы. А пиво будет? Будет. Правильно. Хоть раз в день за столом соберемся вместе, пообедаем по-людски, поговорим обо всем. Надо обсудить, что сегодня. Ешь укроп, бабушка. Что завтра, спасибо. Раньше у нас так всегда заведено было. Эрик, ты без штанов за стол не садись. Это тебе не гудист. Нудист ты, тетя. А чем это не штаны? Это шорты. Какие черты? Ты что, ругаешься? Да нет, шорты. В таких теперь даже наши солдаты на юге ходят. Это правда. Ященька. Сейчас все стараются найти в своем хозяйстве золотую жилу. А вы нам какое-нибудь доходное дело придумать. В Риге рыбаки покупают даже навозных жуков. Займитесь их разведением. Фу, такие разговоры за столом. Ну, вам как историку, рублишки к зарплате не помешает. Историки честно зарабатывают свои деньги. Ой, как жарко. Пойду к колодцу, принесу холодной водички. Эрик, да ты никак сбрил свои усы. Хватит, как вы себя за столом ведете. Ты тут шикарно устроился. Интерьер в стиле предков. Осторожно, осторожно. Здесь мой барчик. Потихоньку выпиваешь, значит. Нет, приберег для своих гостей. For guest. И много тебе этих гостей приходит? К сожалению, ты первая. Почему к сожалению? Ну, сгребай так. Части. Это другое дело. А знаешь, ты мне нравишься. Ты парень вполне ничего. Давай выпьем. Нельзя. Бабушка запах услышит. Будет ворчать. И как вам мне надоест вертеться вокруг тетки Умерты? Как ты сказал? Умер ты, что ли? Ну да. Она все причитает. Умру, да умру. Фу. Какой ты грубый. Ну, ты ведь хорошая старушка. Хотя смешно. Мама, знаешь, что он принес? А ну-ка, замолчи, болтушка. Умер-то, значит. Так, так. Ну. Не бойся, так долго продолжаться не будет. Мы скоро уедем в Ригу. Будем ходить на хоккей, в кафе, в кино. Я подыщу нам комнату. Я, конечно, разведусь. Когда? Ну, Дагнию надо еще подготовить. Ну, ладно. Бедняжка. Послушай, давай поедем куда-нибудь, а? Что ты надумала? Я хочу, чтобы ты отвез меня в Мономяги. Тетя мне одному машину не доверит. Придется ее брать с собой, и Югис может привязаться. А на мотоцикле? Пойми, мы не можем так просто взять и уехать. Ой! Вот съездил в Мономяги, тогда будет видно. Я тебе часто снилась, Эрик. Ой, ты где-то испачкался. Пусть блещет иней на висках на склоне дней, лишь бы не стало сердце холоднее. Угис, хватит бездельничать. Иди работай. Полдня неизвестно, где шлялся. Ты смотри-ка, запрялку села. Ну ладно, хватит из себя Золушку изображать. Поехали купаться. На чем? На велике, на этой ржавой развалине. Да нет, я возьму отца мотоцикл. 5 минут, и мы будем на речке.
А предки скандал не устроят? Неа. Когда не получит наследство теткины Жигули, он все равно будет мой. Это уже точно? Как в аптеке. Тебе повезло, а то на велосипеде далеко не уедешь. Зато на Яве хоть на край света. Но она еще не твоя. Скоро будет моя. А ты можешь меня отвезти куда-нибудь? Ну, могу. Поехали в Мунамяги. Мунамяги? А, сдрефил, да? Слабо, значит. Вовсе нет, можно и в Мунамяги. Ну да. Подожди, Дагня, где ребята? Мы ведь, кажется, договорились, что обедать будем обязательно все вместе. Ласмочка! Ласма! Что это? Похоже, мой мотоцикл. Кто его взял? Ой, Угис и Ласма! Виктор! Виктор! Скорее поехали догонять! Ну, чё ты сполошился? Искупается, вернуться обратно. А у него бумаги-то есть? Теперь самое главное – бумаги. Ну все, дети, по домам. Скажите маме спасибо за ужин. Только завяжу узелок покрепче. Ты что стоишь, как в воду опущенный? Что? Ты не хочешь выпить? Я бы с удовольствием. Да не могу. Работать надо. Вы что, и по ночам работаете? Ну, что поделаешь. Надо бы поехать ребят поискать. Как искать такую темень? Тут мимо родной матери проедешь, не узнаешь. Так ведь и машина, что, лампы есть? Лампа не только дорогу освещает. Да. И то был случай. Еду в Жигули. На встречу самосвал. Жигуль включил дальний свет, ослепил самосвал. Тот затормозил. Да. Жигули в смятку. Да что, шофера, в тюрьму отправили. В тюрьму? В могилу. Да нет, того, который наехал. Так ведь он не виноват. Его ослепили. О, Господи, что же за порядки? Он человека убил, а его в тюрьму не посадили. А вот еще. Мне один приятель рассказывал. Жена вдруг получает телеграмму. Да. Сообщаем с глубокой скорбью, что ваш... Хватит, я же просила, хватит этих дурацких. Пусть рассказывает, пусть рассказывает. Хоть отвлечемся от мрачных мыслей. Не нравится, не слушай. Я сразу заметила, что у Дагни сердце черствое, очень черствое. Ей в голову не пришло меня мамой назвать хоть разочек, нет. Все время тетя, тетя, да так будто топором рубит. Это бы еще ничего. А что еще? А ничего. Нет, ты скажи мне. Ничего, мамочка, не волнуйся. Нет, уже говори, раз начала. Не обращай внимания. Нет, говори, говори. Ну так что? Что говорит эта Дагня? Давай руку укол будем делать. Нет, ты мне скажи. Не дам колоть, пока ты не скажешь, что такое Дагня про меня говорит. Да? Они? Да. Эти твои родственнички тебя прозвали тетей Умертой. 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 Ну и что-то такое особенное. Как, ты что, не понимаешь? Будто ты только и говоришь, что умрешь, а сама и не думаешь умирать. Вот как. Ладно. На. Кали. Даже солнце спать ложится. Бай-бай. Засыпай. А как дальше? Фу, такой маленький, а уже испорченный. О. Давай руку. Спасибо. Тоже мне нашлась недотрожка. А как ты думал? Ну ладно, тогда я буду один замерзать. Эрик, ты не видал мою английскую отвертку? Ты что, оглох? Я тебя спрашиваю. За всякой ерунды столько шума поднимаешь. Нужна мне твоя отвертка. Если бы ты сам купил хоть один инструмент, так бы не говорил. Она у меня с 40-го года. Да отвяжись ты от меня.
Наверное, мать тебя так и родила вместе с твоими дурацкими инструментами. Что? Какой умник нашелся? Вкалывай тут вместо тебя. Ты за такую работу знаешь, сколько платит? А от тебя ни помощи, ни спасибо. Да ведь никто тебя сюда и не звал. Тогда потей сам. Всю ночь глаз не могла замкнуть. Как засну, вижу ласточку. Она вроде как невеста. Нарядная, белая. Мамочка, это в болезни, не надо меня пугать. Что? Доброе утро. Может быть, все-таки поедем, поищем наших ребят? Надо в больницу узнать, в милицию заявить. Ты меня не учи, пожалуйста. Оля-то, да. Иди к Виктору и скажи, чтоб запряг серенькую. Мы обойдемся без милиции. Эй, Язар! Что? Ты опять не спал? Какой там сон? Работать надо! Эрик, ты куда? Куда сорвался? Все, молоко на губах не обсохло? Эрик, остановись! А уже норовит уединиться с девушкой! Почему ты на мальчика набросился? Сумасшедший! Девица его старше! Вон какая корова! Могла бы быть поумнее! Что? Ласточка, не слушай ее! Пошли, дочка, пошли! Смотри, ты видишь это? Они и выпивали еще. Мама, мы не пили. Я верю. Да? Это осталось от пьяного дня. Почему же вы не пили? Почему не пили, а? Ласма не захотел. А я что говорила? Моя дочка не такая, верно? Ласмочка, дружочек, ну зачем ты с ним поехала? Надо бы себе головомойку устроить. Ну да ладно, замерзла. Завтра же уедешь в Ригу. В Ригу? С ума сошел. Мальчик будет один в пустой квартире. Поезжай с ним. Ну, а ты? Мне нужно крыльцо доделать. Вот как. А мы будем сидеть там в духоте. Пусть они уезжают. В конце концов, кто здесь хозяева, а кто гость? Пока еще Мирта здесь хозяйка. А все мы, моя дорогая, гости. Да. Послушай, даже если у них что-то там было, не стоит переживать. Все-таки Угису уже 18 лет. Рано или поздно это должно было случиться. Хорошо, что со знакомой девушкой. Пасма молоденькая, не испорченная, из хорошей семьи. Да вспомни, какой сам ты был, стеснительный, беспомощный. Какие у тебя тогда были комплексы. Ты что, влюбился в Ласму, да? Да. А откуда ты знаешь? Сопоставила факты. В логике я всегда была сильна. Но знаешь, мой милый, это ничуть меня не волнует. Я просто думаю, что теперь с тобой делать. Заставить просить прощения или прогнать прочь? Я сам иду с гордо поднятой головой. Да ты посмотри на себя, скоро ты весь посидеешь, и у тебя появится лысина. И тогда ты этой девчонке будешь не нужен, стыда у тебя нет. Она тебе в дочке годится. Что ты кричишь на весь двор, чтобы все знали? Сами такую вертихвостку вырастили. Подумать только ни стыда, ни совести. Я же чего захотела? У ребенка отца отнять. Не дам. Дагния, давай поговорим серьезно. Разве ты достоин называться отцом? Ой, Господи, какое несчастье. Нас уже давно ничто духовное не связывает. Ты даже не интересуешься ни хоккеем, ни волейболом. Да замолчи. Пасма! Виктор, дай Олита! Мне спокойно поесть. Олита, мне нужно показать тебе что-то важное. Ласточка, ты давай не говори. Я не хочу, чтобы в доме была вражда. Понимаешь? Умер-то, вы слышали? Умер-то. Я вам покажу, дядя, умер-то. Вот, читай. На. Что это? С тех пор, как мои сыновья погибли, я все жалела, что у меня не было дочек. А вы обе с Ласмочкой такие милые, хорошие, такие обходительные. Вот я думала, думала и придумала. Ой. Ну как? Мам, я съезжу на речку. Может, какую рыбку поймаю? Ну,
Ты что, плачешь? Мам. Мам, ну не надо, ну не надо, мам. Мама, ну ничего же не случилось. Мы не могли вернуться, потому что фара полетела, понимаешь? Алла — моя мировая девчонка. Замолчи. Но она ведь ни в чем не виновата. Угис, мне неудобно с тобой об этом говорить, но ты совсем уже взрослый, я могу сказать тебе все. Ласма. Ласма с твоим отцом. Ой, не могу. Ой, не могу. Ух, гадина! Я подумала, и дом все-таки Эрику с Дагни отписали. Увожу в глубине домик есть. Спасибо. А эти поживут в моем спасибо, доме. Мамочка, зато вам достанется мой лимузин. Вы люди хозяйственные, будете его беречь. Пока никому ничего не говори. Ладно, дом пусть забирает, мне не жалко. Мамочка, спасибо тебе за машину. А почему свинью я запу? Ее можно на поминки заколоть. На поминки свинью не надо. Тёлку или овцу. Спасибо, детка, спасибо, милая. Оля, ты разве не слыхала, что покойник на животине, которую забивают на поминки, уезжает на тот свет? А свинья страшно вещит. Не хочу, не хочу на свинье. Батюшки, это за что же? За что ты ее ударил? Ах ты, поганец! Я уезжаю в Ригу. Нет, я тебя никуда не пущу. Мама, ну хватит со мной как с маленьким обращаться. Слушай, учительница, это твой сынок разбойник ударил ласточку ни с того ни с сего по лицу. Так ей надо. Разве можно так говорить? Ты же мать. Пусть эта девчонка убирается отсюда. С родителями ли одна, мне все равно. Но чтоб духу ее здесь больше не было, иначе мы уедем. Ну так и уезжай. Уезжай вместе со своим разбойником, подумаешь, испугала. Никто тебя здесь не держит. Мама, пойдем, я сделаю тебе укол. Ладно, я уеду, черт с вами. Эту рубашку я купила ему ко дню рождения. Нет, ты ее не получишь. Вот, вот, вот тебе. Угис, подожди, подожди, не оставляй свою мамочку. Пока. Ух ты, дрянь! Ай! Не подходи! Что с ней? Что случилось? Дагния, прекрати! Что это с ней? Рехнулась. Это наши семейные проблемы. Ах, вот как! Наши семейные проблемы, говоришь? Ты бы лучше рассказал про свои умные детишки с Ласмой. Ничего такого не было. Ничего. Что? А, при чем тут Ласма? Да. Если ты что-то сделал с девчонкой, я тебе голову расшибу. Ласма! Мы любим друг друга, я намерен на ней жениться. Ха. Поглядите, какой жених нашелся. Мы не для того ее, нашу радость, лелеяли. Воспитывали. В школе вообще, учили. В школе учили, чтобы теперь замуж выдать за какого-то... Кретина твоего возраста. Да, кретина моего возраста. Ласма! Молодая девушка, она как цветок у дороги. Каждый, кто идет мимо, норовит его оборвать. Ну что ты там стоишь? Иди сюда. Иди и встань рядом со своим женихом. Ну и дела. Аж сердце захлануло. Мамочка, мы уезжаем. Я не могу оставить своего ребенка, свою единственную доченьку рядом с этим кретином. Так ведь он жениться вроде обещал. Конечно, это не по-нашему, да что теперь поделаешь? Это на огне такое черствое сердце. Вот она от нее и бежит. Так и надо, пусть бежит. А Ласмочка должна учиться. Оля-то, а вдруг он ее уже обесчестит? Мама, какая ты у нас наивная. У Ласмочки давно уже есть жених, молодой доктор.
Она очень нравится мужчинам, как и я когда-то. Казак скоро приедет. Я хочу попросить его, чтобы он на моей серенькой свозил меня в город. Он сможет только в воскресенье. В воскресенье не годится. Мне нужно в рабочий день. Ну, не знаю, спросите у него. К сожалению, сейчас работы очень много. Тогда скажу прямо. Понимаешь, я хочу составить новое завещание. Как? Вы же все Эрику завещали уже. Верно, было это. Сперва Эрику, а после Оля Тесласма все переписала. Но они, бесстыдники, такой театр устроили, вспоминать стыдно. Не хочу, чтобы на моей серенькой ездили всякие распутные люди. Вот я и решила, что свою машину лучше завещаю вам. Благодарю, тетушка Мирта, за такое к нам расположение. Вы же мне как родные. Сколько лет рядом живем, всегда во всем помогаете. Я за как свободная минутка зову и спрашивать, не надо ли чего. А эти разбежались, словно ветром. Вы знаете, на той неделе Язов ездил в районный центр, а во вторник поедет в Ригу. Ему на всесоюзной выставке москвич присудили. Москвич? А у вас денег хватит? Это ведь, наверное, бесплатно. Дорого. Как? Совсем за даром? Нет, почему же? За хорошую работу. Так что куда нам две машины? Да, вот она как стала. Машины дают. Я откуда за свои 30 копеек заплатила? А им за даром? Ну, просто так. Нет, не просто так. Я за лучшим комбайнером признали. Ну, тогда другое дело. Работник он хороший, ничего не скажешь. От зари до зари трудится в поле, и другим успевает помочь. Так, по-твоему, Вероника не пригодится вам в хозяйстве мой лимузин? Спасибо за доброту, тетушка Мирта. Только что о нас тогда люди скажут? Да, конечно. Ну и времена настали. Лимузин за даром дают. За рваные джинсы. Сотни платит. Что за времена настали? Дорогие друзья, матушка Мирта просила, чтобы мы не очень грустили, когда будем ее поминать. Она говорила, что хочет скорее попасть туда, к своему мужу и любимым сыновьям, которых унесла война. Поэтому сейчас я спою ее любимую песню о матери. Мататка лога своих снесквало, Мататка лога палак свакар сплав, Мат сяне мэлэц, Кублят язу, Мат сяди вэл. Темнеет небо беспредельное Над нашим домом в час заката.
пой, мама, песню колыбельную, что пела в детстве мне когда-то. Ее напев согреет в холод, сверкнет, как огонек в окне. Не смолкнет он, когда твой голос уже не будет слышен мне. Я, Сакната Мирта Карловна, проживающая на хуторе Сакнаты райискумского сельсовета, настоящим документом завещаю племяннику Эрику Тутору, принадлежащий мне дом со всеми пристройками. Я запугилучу корову, овец и свинью. Спреслень олите, мой вклад в сберегательной кассе. Одежду и не бывшее в употреблении покрывало. А спреслень гласме прялку. А машину? Машину кому? Благодарю, мамочка. А свою легковую машину ВАЗ-2101, государственный номер 1931, завещаю Фигалу Альфреду Микелевичу. Кто это такой? Вон тот седой старик, что у двери сидит. Он всю жизнь любил нашу нежду. Потише, пожалуйста. Пой-ка ты мне ее самую любимую песню, сынок. У тебя хорошо выходит. Тебе надо бы петь в Риге, в опере. Да. На березе у крыльца иволга растит птенца. Полетит он вслед за мной, звать чужбины в дом родной. Лига на берза заром, Володзе щупулитис, щупули лигу алани, взял тени Володзани. Лига я с берза зарим, за роскан пут нурити, и за ухлезим помалом, мама зувало зійти, лігва я збер за зарі, за розкан путну рійти, і за уклезим та малом, мама зувало зійти. Ну що ж ти, старик, на, бери ключи, садись в машину і домой поїжджай. Да мне эта машина ни к чему. Я привык на своей кобылке ездить. Ах, Мирта, Мирта. Зачем мне твоя машина? Зачем мне машина, если ты снова от меня ушла к своему Янису? По саулей стай гатаю.